Вітаю глядачів на телеканалі ITV. З 12 березня, як ви всі знаєте, Україна живе в умовах спеціального санітарного режиму карантину, зумовленого поширенням пандемії коронавірусу, який вирує в усіх країнах світу. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вже понад 200 тисяч людей вражені цією недугою. Є вже багато людей, які померли від коронавірусу. І за цей час ми таки навчились мити руки, поступово привчаємось носити маски, але, наприклад, виникає дуже багато таких запитань внутрішніх, на які медики відповіді, здебільшого не дають, тому що вони заклопотані тим, як вірус цей локалізувати. Але от внутрішньо, я, до речі, почула недавно фразу, коронавірус – це проблема не епідеміологічна, а це проблема психологічна. І от мені здається, це важливий аспект, про який сьогодні ми поговоримо. І гостя нашої студії Оксана Кличко-Макаренко, практикуючий медичний психолог, яка вивчала різні аспекти психології і психотерапії в кількох українських вишах. Це Харківська медична академія післядипломної освіти, Київський національний медичний університет імені академіка Богомольця, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, і ще багато інших вузів. Пані Оксано, вітаю в нашій студії. Те запитання, про яке от всі, мабуть, помітили, що як діяли люди в Китаї, як діють люди в Європі, коли от виявляється в країні коронавірус. Натомість в Україні перше, з чим ми зіткнулись, це паніка, страх, це така агресія, яка от була в Нових Санжарах, ви пам'ятаєте, та, що була в Чернівцях, коли виявили вірус і змушували людей з'їхати з будинку. От чому виникають ця паніка, страх і агресія? Це відсутність інформації, це природний інстинкт самозбереження, може це якісь інші аспекти, от з точки зору психології, як це все виглядає? В принципе, мы можем говорить о том, что да, это инстинкт выживания, то есть в природе это достаточно распространено, когда заболевает какое-то животное в стае, то остальные его либо изгоняют из стаи, да, либо могут там загрызть, имеет место быть подобное проявление, но мы говорим о животных, да. Человек по своей... Homo sapiens. Да, человек по своей сути это во многом животное, потому что наши инстинкты, наши рефлексы, это как раз вот та животная наша часть, это продолговатый мозг, который есть и у животных, и который как раз отвечает за выживание, за основные функции, такие как дыхание, сердцебиение и так далее. То есть вот те вещи, которые помогают нам жить. В состоянии стресса, в состоянии испуга у нас включаются именно вот эти вот инстинкты базовые. Мы выходим на какой-то уровень такого эмоционального восприятия того, что происходит вокруг, и действуем соответствующе. Как говорят, знаете, в стрессовой ситуации вы не подниметесь до уровня своих представлений о себе, а опуститесь до уровня ваших навыков и знаний, да, вот базовых, которые, научений, которые у вас уже есть. Поэтому люди как бы действуют инстинктивно, и первое как бы желание, это такое ксенофобия такое своего рода, отвергнуть то, что мы не понимаем, мы не знаем, а в данной ситуации у нас враг не видим, мы не знаем, как ему противостоять, и не можем ему противостоять, и поэтому мы стараемся просто избавиться как бы от того, что видим. Но нужно не забывать то, что человек все-таки отличается от животного тем, что у нас есть неокортекс, у нас есть лобные доли, которые помогают нам контролировать, предвосхищать какие-то события, проводить причинно-следственные связи, анализировать ситуацию и выполнять также сдерживающие функции. То есть в тот момент, когда вот наше внутреннее животное кричит, что «беги во что бы то ни стало», вот неокортекс нам говорит о том, что «а ты подумай, а ты оцени ситуацию, а на самом деле стоит это делать или нет, а не будет ли после этого еще хуже», да? То есть действовать не на инстинкте, а уже на уровне логики. И если мы говорим о вот этой вот части людей, которые, проявляют такую сверхосторожность и повышенную агрессию, то зачастую это люди, которые не склонны анализировать ту информацию, которая есть. Это люди, которые часто воспринимают информацию, услышанную где-то, непроверенную. Да? Это вот там бабка бабке сказала, принцип BBC. И вот они на каких-то так базовых инстинктах, собственно говоря, и реагируют.
Ну, а у мене от виникла зараз думка, це тільки в Україні от є такі прояви, що да, от люди просто готові там кидатись, чи може десь є і в інших країнах, а нам просто показують картинку, от дисципліновані китайці ходять всі в масках, всі спокійні, всі виконують те, що зобов'язала влада сидіти вдома, там лікуватись і так далі. Чи все-таки ні, ну, це скрізь таке типове? Ми слышали о том, що, по-моєму, в Іракі чи в Ірані була ситуація, коли попытались спалить поликлинику, в которой были люди, зараженные коронавирусом. Подобные проявления часто возникают, когда люди не уверены, скажем, в том, что происходит вокруг, в том, что кто-то другой побеспокоится о его здоровье. Да? То есть, или когда, допустим, те, кто должен беспокоиться о его здоровье, не имеют достаточно силы, чтобы это сделать. И тогда вот организовываются такие стихийные группы. Вот на примере Китая мы это видели, когда такие вот, как у нас раньше были дружинники, да, вот такого плана. То есть люди самоорганизовывались и ходили по улицам, когда они выявляли какого-то, условно говоря, нарушителя, который оказался в той зоне, в которой не следовало находиться. Они подходили к нему, задавали вопросы, кто вы, где вы, откуда вы, на каком основании, какой у вас здесь интерес и почему вы вообще здесь находитесь. То есть и пытались его каким-то образом убрать оттуда. То есть там не стоял вопрос о какой-то агрессии, конечно, ну, все было на цивилизованном уровне организовано. Вот. Но также можно говорить о том, что если брать конкретно нашу ситуацию, вот то, что происходит у нас, то, к сожалению, у нас первое большое количество людей просто базово тревожных. Ну, то есть вот так называемое генерализированное тревожное расстройство, оно действительно, ну, достаточно часто встречается в обществе. А это люди, которые, ну, скажем, у них и так базовый уровень тревоги очень высок, у них и так нервная система, она как бы постоянно не в порядке. И даже если нет какого-то внешнего стимула, они все равно находятся в этом постоянном состоянии тревоги, а вдруг сейчас что-то произойдет. И тут вот сейчас у нас появляется какой-то внешний фактор, внешний раздражитель, который как бы еще больше запускает эти реакции. Плюс у нас, скажем так, люди в большом количестве, к сожалению, склонны быть негативистами. И если, ну вот те, которые, знаете, ходят и постоянно говорят о том, что все плохо, мы все умрем, будет еще хуже, лучше в этой стране вообще ждать нечего, там и так далее. И они, ну, понимаете, так психика наша устроена. Мы когда каким-то образом циклимся на какой-то идее, неважно, хорошая или плохая, да, вот мы постоянно ходим в поиске, находимся в поиске каких-то подтверждающих фактов эту именно идею. То есть наша система внутренняя, она постоянно ищет какие-то подтверждения нашим установкам базовым, да. Это вот тот самый принцип о том, что все люди делятся на две категории. Одни пчелки медовые, вторые мушки навозные, да. Вот пчелки ищут мед, цветочки, нектар и так далее, а мушки навозные, ну, ищут то, чем питаются, вот. Так вот, мушки навозные в этой ситуации, они как бы вот во всей красе себя проявляют, потому что сейчас ему никто не скажет о том, что, слушай, сядь и не разводи вот эту вот всю, весь негатив вокруг себя, потому что теперь у них есть реальный повод для этого. Они могут ходить, значит, это засевать очень активно, да, и всех снабжать этим делом. Плюс еще у нас есть такие люди, это как бы, ну, особенность стран, в которых, скажем, низкий достаточно уровень жизни. Эти люди есть везде, но просто в таких странах, как наша, которые, да, у нас их очень много, то есть где очень нет вот этого как бы, ну, промежуточного звена, практически его нет, между богатыми и бедными. Среднего, да? класса. Да. И вот те люди, которые как бы считают, что они всю жизнь жили, ну вот те, которые потребители, да, так называемые. Вот, ну, вони... Мне все должны. Ну, дивіться, це, мабуть, іде від того, що завжди на партію була надія. Партія все зробить, партія допоможе, партія скаже, як. Сьогодні люди опинились реально сам на сам, да, і з тим страхом, що раптом я захворію. Вот. І сейчас, во-первых, есть вот это вот ощущение, что опять-таки мне все должны, и кто-то обязан за меня побеспокоиться, а он почему-то не хочет, это первое. А второе, когда человек находится длительное время в состоянии, ну, вынужден жить в условиях, когда он чувствует постоянную несправедливость по отношению к себе,
то каким бы позитивистом он ни был, рано или поздно он обозляется. И вот в этой ситуации для такого человека это, знаете, своего рода как, ну, наконец-то справедливость восторжествовала, потому что вот перед болезнью это все равны. И она в одинаковой степени косит как и люмпинов, так и депутатов Верховной Рады. Да? То есть она у нее нет границ. И вот человек вот с таким злорадством прямо может говорить, ну, наконец-то, ну вот, вот вам, возмездие гады, свершилось. Всем, да, и наконец-то и вас это тоже взяло. То есть и вот этот вот момент мы тоже имеем. И возможность, понимаете, социально как-то выплеснуть эту свою внутреннюю агрессию, которая скопилась за годы, и проявить свою силу, которую он раньше проявить не может. Потому что когда ты каким-то образом, да, угнетаешь другого, ты же как бы себя возвеличиваешь вроде бы так показательно. А тут ты можешь уже в рамках закона, потому что есть закон, и я могу это сделать. И я могу это оправдать, что самое главное. То есть агрессия оправданная. Да, вот. Mm-hmm. Это тоже побуждает людей проявить свои какие-то, выплеснуть свои эмоциональные какие-то порывы, не сдерживая себя, скажем так. Угу. Ну, а от інший бік масового цього переляку – це повний пофігізм. Угу. Тобто все-таки не всі носять маски, продовжують обійматись, там, здоруватись за руку, ходять у гості, пенсіонери масово зранку на ринку, в тролейбусах, і навіть, ну, я не знаю, не бачу, дуже мало пенсіонерів, які носять маски. Хоча всі говорять про те, що саме люди старшого віку найбільше, там, скажімо, найбільша група ризику, де найбільше там захворювань і так далі. Лікуємось вдома, це взагалі там, да, і не звертаємо увагу, що є температура. Ну, я не знаю, от як це пояснити? Ну, опять-таки, тут можно говорить, ну, как бы условно тоже разделить людей на несколько критериев, как бы вот те, которые просто игнорируют ситуацию. Ну, первое – это те люди, которые, знаете, такие глупые оптимисты. Вот те, которые считают, что да, действительно, это вот произойдет там где-то в другом месте, но со мной не произойдет, потому что я мыслю позитивно, или вот я там переживал уже несколько разных в жизни ситуаций, и я вот как, знаете, под колпаком у Бога хожу, вот со мной этого не случится. Второе – это есть люди, которым… ну, мягко говоря, действительно все равно на то, что с ними будет происходить. К сожалению, я в своей работе очень часто сталкиваюсь, и это вот именно характерная такая картина для людей старшего возраста, которые вышли на пенсию, которые, скажем, потеряли себя в этой жизни, они уже не чувствуют себя нужными и важными, и вот человек там в 70 с копейками лет, он приходит и говорит, ну, я уже смертушки жду, она вот все не приходит. И вот человек в таком вяло текущей депрессии такой, да, в таком текущем состоянии, он пребывает длительное время, да, и он как бы, ну, ему на самом деле все равно, что с ним будет. То есть, ну, заболею так заболею, умру так умру, может быть, даже хорошо, отмучился наконец-то. То есть, ну, вот есть такая действительно категория людей. Есть определенная категория людей, которая не понимает вообще, в принципе, не понимает последствий. Они в какой-то, я бы не сказала, что они в малой осведомленности, они просто отсекают эту ситуацию, потому что психика срабатывает как защитный механизм. Из серии «я никаким образом не могу повлиять на эту ситуацию, она настолько ужасна, а моя психика не может принять то, что что-то может произойти такое ужасное, поэтому я просто чик-чик я в домике, да, вот я закрываюсь, это как бы защитная реакция, вот, этого нет. То есть мне проще признать, что это не произошло, чем понять, что что-то может действительно произойти настолько страшное, что вот... Ну и опять-таки есть определенная категория людей, которые живут наоборот, знаете, вот в таком состоянии, они... Не сказать, что они пофигисты, нет, они живут в состоянии «чем хуже, тем лучше». Вот у человека скучная, размеренная такая обыденная жизнь. И она ему настолько надоела уже, а вырваться из этого болота своего повседневного из жизни и серии «работа, дом, дом, работа» или там надоевшая там жена или еще что-то такое, вот он не может, и тут наконец-то в жизни начало что-то происходить. И вот это похожу-ка вот я по лезвию бритвы. Вот это вот состояние драйва, да, вот понимаете, вот оно настолько
притягивает к себе, да, это страшно, но если я не могу получить ярких положительных эмоций, ярких положительных переживаний, то тогда я пытаюсь как-то себя взбодрить и нагрузить свою нервную систему хотя бы негативными переживаниями. Обычно я занимался тем, что ссорился дома с женой, и это меня как-то включало, и я чувствовал себя живым. А тут вот наконец-то такого вселенского масштаба проблема, и вот тут вот я оторвусь. И еще есть одна категория людей, тоже замечательная, это такие вот постоянные диванные герои, у которых не было в жизни возможности как-то себя проявить. И вот здесь вот, вот в борьбе с этим как-то он может себя проявить и почувствовать себя, значит, лучше. И поэтому как бы вот, даже просто в противодействии болезни, да, типа или доказать, стать, что стать я... над ситуацией, да? Да. Или показать, что вот вы все, мол, тут как бы ничто, вы там перестраховываетесь, ходите в противочумных костюмах, или в костюмах динозаврика, как в Испании вот человечек ходит. Вот. То есть вы все боитесь, а я герой. Я сегодня проходила, вот шла по городу и слышала вот случайный разговор двух людей, просто мимо проходила и поймала одну фразу, когда вот такой один товарищ стоит и женщине говорит: «Тот, кто не хочет заболеть, не заболеет». Вот у человека вот такая установка: «Не хочет, не заболеет». Плюс еще как бы про пофигистов, это также есть такая категория людей, которые свое личное благо ставят выше блага остальных. Ну вот из серии там, «Я знаю, что я потенциально могу подвергнуть вас опасности и себя опасности, да, но вот мне сейчас сильно надо, поэтому вы все подвиньтесь», потому что ну, те, которые идут наперекор закону, наперекор ограничениям и так далее. То есть тоже как бы есть такая особенность наших людей, заключающаяся в том, что ну, вот когда транспорт переполнен, да, и там куча народу, вот это плохо, потому что это подвергает нас опасности. Когда начали говорить о том, что нужно ограничить количество людей в транспорте, ограничить движение транспорта, закрыть там какие-то переезды, там, ну, создать карантинные зоны, это тоже плохо, потому что вы опять ограничиваете наши свободы, это тоже нас не устраивает. Какое вы имеете право? То есть есть такие люди, которые всегда будут всем недовольны, что бы вы ни делали. Поэтому, ну, вот. Ну, а от той масив інформації, який зараз йде про коронавірус з екранів телевізорів переважно, чи може таке статись, що люди пересичені цією інформацією, ну, скажімо так, відчують якісь от симптоми хвороби? От я захворів. Буває таке? Конечно. Ну, это вот та самая пресловутая психосоматика в чистом виде. Ну, как говорят, тревожность в нас, тревожность рождает, собственно, две вещи. Это либо недостаток информации, когда мы не знаем, что делать в принципе, либо перенасыщение этой информации. Поскольку информация сейчас идет противоречивая, это нормально, когда создается какое-то, вот происходит какое-то событие, то очень много субъективизма, очень много неправды, очень много домыслов, и если человек постоянно в этом крутится и находится 24/7, и выслушивает все новости на свете, прям с утра начинается, вот, то так или иначе ты индуцируешься этим состоянием. И понятное дело, что на фоне нервных переживаний у нас может и повышаться давление, и там повышаться температура, и проявляться даже какие-то психосоматические вещи, которые будут похожи на симптоматику, то есть какие-то спазмы внутри, ну, в груди, да, могут вызывать и тот же психосоматический кашель, и астматические приступы, потому что астма — это вообще очень зависимое эмоциональное состояние, то есть человек будет якобы чувствовать вот это вот спёртое дыхание затрудненное, да, ему будет сложно дышать, ему будет казаться, что вот с ним это сейчас происходит. Дети очень подвержены таким вещам. То есть если рядом дети и старики, это самое вообще подверженные у нас такие аудитория, вот таким внушением, да, со стороны. Потому что если у ребенка там гипертревожная мама, и она находится в постоянном ожидании того, что ребенок заболеет, а дети склонны соответствовать ожиданиям своих родителей, даже самым негативным, и негативным в первую очередь, потому что это позволит маму привлечь к себе и получить больше внимания, да, мамы, то ребенок, скорее всего, таки заболеет. Вот. Ну и у бабушек, собственно говоря, мотивы обычно ровно те же самые. То есть они неосознаваемы, понятное дело, что они делают это не специально, но вот манипулятивные такие вещи, да, привлечь к себе дополнительное внимание, ну как бы для того, чтобы вокруг меня чуть-чуть потанцевали, вот это да.
Ну, а от зараз медики говорять про те, що все-таки пік інфікування на Сумщині буде десь от квітень-травень. І дуже наполегливо радять все-таки йти на самоізоляцію, якомога менше бути на вулиці, чимсь там зайнятись. Взагалі, чим зайнятись для того, щоб відволікти себе від негативних думок, від того, що там десь щось відбувається. От, що треба робити от, ну, з професійної точки зору? Ну, я бы не говорила о том, что нужно прям совсем круглосуточно сидеть на улице в то время, пока у нас нет такого острого, ну, вспышки, по крайней мере, она сейчас не зафиксирована. Понятное дело, у нас сейчас нет еще тестов, мы не можем говорить о реальной картине, мы можем только предполагать, что мы имеем на данный момент. Но дело в том, что так или иначе на улице бывать надо, вопрос в том, насколько грамотно это делать. Ну, если у нас сейчас нет такого жесткого режима, как в Испании или в Италии, когда вот действительно вот прям людям запретили или вообще выходить, то пока это возможно, на улице бывать нужно, но, опять-таки, там не говорится о том, что не выходить на улицу вообще, там говорится изолироваться от других людей. То есть если ты находишься на улице, то ты, пожалуйста, поменьше общайся с другими людьми, держи дистанцию, потому что, да, витамин D получать нам нужно, дышать свежим воздухом нужно, особенно сейчас благодаря тому, что останавливается производство, очищается воздух, поэтому, ну, когда уж еще им... Можно, в конце концов, ездить на природу и там сидеть под каким-то кустиком, там, у кого есть такая возможность, да? Если есть возможность выехать куда-то за город и пожить в частном доме какое-то время, то это будет тоже замечательно, потому что, ну, собственно говоря, территория частного дома, она уже ограничена, это является как бы твой маленький такой, ну, бокс закрытый, да, вот в котором ты можешь пребывать. Ходить в магазины, стараться вне час-пиковое время, когда там нет людей, постараться как бы общаться поменьше с другими, но при этом желательно, если вы все-таки находитесь как бы на самоизоляции, подружиться с соседями, если вы живете, допустим, там, в многоквартирном доме, можно как бы организовать такие клубы соседской взаимопомощи, то есть они бывают самых разных вариантов, то есть я знаю варианты, когда женщины, там, подружки кооперировались и там, допустим, несколько детей собирали в одной квартире, остальные мамы при этом могли работать. Я знаю варианты, когда вычисляли, допустим, старики в подъезде, и каким образом мы можем этим старикам помогать для того, чтобы они не выходили и опять-таки не создавали дополнительные риски для окружающих. То есть мы их изолируем, они как вот самая уязвимая группа. Пускай они сидят дома, мы создаем условия. Но им нужно помочь. Да, и с тем сделаем и себе хорошо, и им хорошо, потому что, ну, опять-таки, бабушки ж у нас. Вот. Можно договориться с этими же бабушками таким образом, чтобы и они приносили пользу тоже, потому что вот состояние тревоги очень хорошо лечится тем, что ты начинаешь создавать какой-то, ну, ты каким-то образом на своем уровне все-таки пытаешься бороться с той проблемой, которая имеет место быть на своем, ну, частном уровне, да? А что это может быть? Мы можем дома шить эти многоразовые маски или договориться с этими бабушками, у которых велика вероятность того, что у них есть эти швейные машинки дома, потому что, ну, раньше в советское время все шили дома в основном, да, там особо шить одежду нельзя было купить. Сделать их важными, значимыми. Да, вот. Или, например, люди, которые более молодые, живут в этом же подъезде, и они могут договориться с бабушками, чтобы бабушки готовили еду, и потом типа ланчбоксы такие у них забирать, да, вот, ну, понятно, обеды какие-то там или ужины, в то время, пока более молодые люди работают, и они приносят бабушкам эту еду, бабушки ее готовят, ну, дома нет возможности готовить, да, там, например, вот, или нет времени, а сейчас рестораны и кафешки все закрыты, то есть вот бабушки могут быть таким снабдилом быстрой какой-то еды вот для тех людей, которые не готовят сами, вот. Что еще такое может быть? Ну, онлайн-трансляции сейчас там запустили навіть Віденська опера и театры. Это да, это, конечно, да, сейчас масса всяких возможностей и самообучение. Сейчас открывалась масса когда-то платных, сейчас на время карантина бесплатных ресурсов. Вы можете заниматься творчеством, вы можете изучать языки, не знаю, вы можете...
ну, применять в себя во все возможных сферах. Очень хороший вариант, ну, это все-таки наладить отношения, потому что есть повод. И обычно, когда создаются какие-то вот такие глобальные катаклизмы, то люди стремятся наладить отношения с теми людьми, с которыми раньше отношения были прерваны. Потому что, ну, на фоне вот этой глобальной общей проблемы, все вот эти мелочные какие-то ссоры, оно все уходит как бы на второй план. Люди понимают, ну, могут сформировать новую систему ценностей для себя, да. В то же время хочу сказать, что состояние жесткого карантина, оно не всегда идет на пользу, в частности, вот семейным отношениям, потому что вот сейчас у нас Китай начинает выходить из состояния карантина, и уже сейчас они дают статистику, при том, что у них, ну, совсем не такие отношения внутри, более сдержанные и прочее, чем у нас. Но они уже говорят о том, что очень сильно выросло количество разводов. А причина заключается в том, что часто люди живут в семьях по каким-то внешним причинам. И зачастую уже в браках, ну, взрослых людей, я имею в виду, у них уже сформированы такие отношения, когда люди там по экономическим, там, как, ну, в общем, каким-то, дети там, или еще какие-то причины, да, они уже фактически не живут вместе, они как квартиранты. У каждого своя жизнь, и вот тут они вдруг оказываются вынуждены длительное время находиться в замкнутом пространстве, из которого ты не можешь никуда сбежать, потому что есть закон. И у тебя нет других людей, которые бы могли тебя переключить. Да, или и как-то. Они не смогли открыть в другом. И вдруг, да, и вдруг оказывается, что вот они просто находятся вместе, а говорить не о чем. И, ну, в общем, короче, два абсолютно чужих человека, и возникают конфликты. И это может быть как бы таким испытанием для отношений. И это вопрос, найдут ли люди вот тоже общие какие-то точки соприкосновения, научатся ли они заново общаться друг с другом, то есть вот тот ранее потерянный навык, или нет. Для бабушек, вот, может быть, да, тоже вот такой момент очень тревожный, потому что старики очень боятся оставаться дома одни. Почему они так настойчиво прутся на улицу? Потому что им спокойнее, когда вокруг есть люди, потому что ты остаешься один, и в условиях карантина... Панические атаки. Точно, к тебе никто не приедет. И вот тут вот как раз опять-таки мы говорим про вот эти группы взаимопомощи, когда ты договариваешься с кем-то, что тебе будут хотя бы там звонить каждые 3 часа и узнавать все ли с тобой в порядке. Если вдруг чего, то найдется кто-то, кто вызовет по твоему адресу скорую, чтобы люди просто приехали и посмотрели, с тобой все окей или нет. Да? Опять-таки вот про взаимопомощь, это то, что можно договариваться и подвозить кого-то там вот, да, там на работу или как, каким-то образом так обеспечивать. Можно пересмотреть свою жизнь наконец-то, оценить, вот остановиться, знаете, на какое-то время и понять, а вообще туда я двигаюсь или нет. Вот есть то время покоя такого своего рода, когда тебя, ну, ничего не дергает, тебе никуда не нужно спешить, тебе, у тебя каких-то нет авралов, вот, и ты можешь наконец-то подумать, а вообще что я делаю все последние годы, и есть ли в этом смысл или нет. К тому же, ну, вот этот период кризиса, это любой период кризиса, его благость заключается в том, что мы начинаем жить иначе. Мы учимся жить по-другому, мы выживаем в тех условиях, когда, ну, которые мы предусмотреть не могли, да, это тоже наша проверка, как бы, на этот, ну, на эту выживаемость, а вообще, как, ну, это дальше. До речі, політологи говорять зараз про те, що навала фейків переміщених, навала фактів, перемішаних з фейками, подібні віруси, помножені на рівень інформаційних технологій, да, що все от зараз по мережах, по оцій нашій відкритості, можуть стати зброєю 21-го століття сильнішою за ядерну, бо можуть викликати паніку і реально неконтрольовану агресію у світових масштабах. Ну, тобто це інформаційне зараження зараз сильніше, ніж вірусне. Да? От, ну, це те, що от тільки що ми говорили. І сценарист тут міг би написати цю фразу, да, що життя після коронавірусу світ уже не буде таким, як раніше. Чи дійсно ми можемо побачити нові моделі організації медичного лікування, праці, там, бізнесу, взаємин між людьми? От, дійсно, так, мені здається, це актуально, так? Я хочу вам сказати, що любое вот такое масштабне событие, оно как бы меняет мир колосально, вот, потому что, ну да, мы приобретаем новый опыт, а каждый новый опыт, он нас меняет, мы уже по-другому немножко смотрим на вещи, но опять-таки, вот сейчас, если говорить про информационное вот это
вот нагнетание, то очень много, ну так, между строк как бы читается то, что в данной ситуации каждый сам за себя. Вот, то есть помоги себе сам, да, ты должен побеспокоиться о себе сам. Так вот, я бы хотела как раз переключить внимание людей на то, что не нужно разразняться, а нужно искать способы взаимодействия, грамотного, здорового взаимодействия. Понятное дело, мы должны защищать себя, потому что личное счастье – это личное дело каждого. И нет другого человека, который бы был заинтересован в твоем личном счастье больше, чем ты сам. Поэтому и в твоем здоровье, и в твоей жизни, и так далее. Вот, поэтому, да, конечно, мы должны о себе побеспокоиться, но дело в том, что один в поле не воин. Мы так или иначе, мы должны каким-то образом пытаться находить какие-то контакты и помогать друг другу, потому что только в этой сроднённости мы научимся, ну, мы сможем выйти из любой ситуации. А то, что, ну, мир изменится, конечно, мы, во-первых, ну, во-первых, для многих людей это, многие, это новые возможности. То есть они, то, о чем я уже сказала, да, то есть мы учимся выживать в новых условиях, а это уже плюс. То есть это уже прогресс в любом случае. Вот. Во-вторых, да, будут пересмотрены, я думаю, что будет пересмотрена и эта реформа наша медицинская на основании того, что мы получим, потому что, ну, как бы, ну, такая очень стресс, много стресс, есть. Стресс-тест да. Такой, да, вот для нас. Вот. И это вопрос про человечность. Но хочу сказать, что, в принципе, вот наши люди, они не в самом плохом, в плохой ситуации психологически находятся по сравнению с другими странами. По одной простой причине. Весь 20 век и начало 21-го для нашей страны это сплошной стресс-тест. То есть у разного варианта у нас уже были события. Почему, опять-таки, возвращаясь к нашим бабушкам, почему они так настойчиво, несмотря на то, что говорят по телевизору, они все равно прутся в магазины, стоят там в очередях и так далее, и идут на рынок. Потому что они привыкли к тому, что, несмотря на то, что там говорят по телевизору, я должна позаботиться о себе. Но минус то есть у них есть определенное недоверие к той информации, которую они получают. С другой стороны, они часто бывают мега внушаемы, когда этого не надо делать. Вот. То есть они поверят тому, что подорожник спасет от всего, но они не поверят тому, что нужно сидеть дома, и это тебе спасет тебя и твоих близких. Ну, вот, к сожалению, такое вот. Ну, мені здається, сьогодні ми дуже багато важливих речей сказали нашим глядачам. І давайте тепер трошки нагадаємо, що таке коронавірус все-таки, щоб люди трошки могли, ну, може, заспокоїтись, може, якось себе налаштувати на більш таку, може, ну, мобілізуватись навіть. Да? От, нагадаємо, що вірус вражає дихальні шляхи, ознаками інфекції є респіраторні симптоми. Це лихоманка, кашель, задишка і важке дихання. Збудник передається від людини до людини, і вірус іще не до кінця вивчений, але от дійсно найбільш небезпечний він для людей похилого віку з хронічними захворюваннями. Ліків для профілактики або лікування нового коронавірусу немає, і тому не пийте, ну, аби що, тому що, ну, можна собі нашкодити. І, ну, і головне, мийте руки, мийте все, що можна помити, провітрюйте свою квартиру, вдягайте маску, не торкайтесь обличчя руками, тримайте 1.5 чи 2 метри дистанції з іншими людьми, а взагалі краще уникайте людних місць і сидіть вдома або от гуляйте в парку, як сказала пані Оксана. Не займайтеся самолікуванням, звертайтесь до лікаря. Ну, в цілому, будьте здорові. І я вам дякую за нашу розмову. Я нагадаю, Оксана Кличко-Макаренко, практикуючий медичний психолог, сьогодні була в нашому ефірі, і ми говорили про психологічні ці проблеми, які можуть з'являтися в людей у зв'язку з поширенням коронавірусу. На цьому все, але залишайтесь телеканалом АТВ.